А жена моя сейчас зажигает зажигалку и закуривает яву, и мурлыкает эфир, и какой-то нехороший говорит ей: слушай, Галка, не смотри на вещи мрачно, как прекрасен этот мир, но, может быть, сейчас нам с тобою повезет, но, может, разобьется этот самый самолет. И все это происходит, пока самолет наш мчится, и с криком рвется воздух чуть впереди крыла. И все мы тут мечтаем пораньше приземлиться, но, боже мой, не раньше, чем указано в расписании, утвержденном Министерством гражданской авиации. А у штурмана товарища Семенова настроение паршивое вообще. Он резонно понимает, что не далее, чем в полдень, съел какую-то субстанцию в борще, и болит его желудок, а на сердце все сосет. Ну когда ж, товарищ штурман, наш замечательный работник, он жену себе четвертый раз найдет, и все это происходит, пока самолет наш мчится, и с криком рвется воздух чуть впереди крыла. И летим мы, все летим, пролетаем город Нежин, и оттуда умный мальчик в телескоп на нас глядит. Телескоп весь ледяной, город Нежин весь заснежен. Мальчик видит наш фонарик и волнуется в груди. Он-то думает, что мы на летающей тарелке. Умный мальчик, ты ошибся. Мы же местные, свои. И все это происходит, пока самолет наш мчится, и с криком рвется воздух чуть впереди крыла. И лечу я, все лечу, весь пристегнутый ремнями, и скопление населения наблюдаю под собой, и вся жизнь моя летит разноцветными огнями, и летающих тарелок в небе пестрый разнобой. И мне кажется, что прав был композитор Д. Тухманов и поэт В. Харитонов, что заметили однажды после тщательных раздумий и проверки многократной, что действительно прекрасен этот мир. И все это происходит, пока самолет наш мчится, и с криком рвется воздух чуть впереди крыла.